И мы продолжаем. Сезон весенней охоты в этом году откроют раньше обычного. Отстреливать уток, тетеревов или глухарей разрешат с 16 по 25 апреля. Сдвигаем в целях сегодня сохранения и размножения. То есть уже первое число мая птица сядет на гнездо. Поэтому увели на 10 дней ближе, так сказать, к северу. Поэтому есть уверенность, что в это время уже еще не будет садиться птица на гнездо. Численность водоплавающих в области продолжает сокращаться. За 10 лет птиц стало практически на миллион меньше. В этом году ограничили весенний отстрел глухаря. Норма на одного охотника – одна птица. Выдавать разрешение начнут уже в понедельник, 28 марта. Ажиотажа в этот раз не ждут. Весной желающих пострелять дичь в несколько раз меньше, чем осенью. Из 87 тысяч зарегистрированных охотников за разрешениями обращаются, как правило, около 15 тысяч человек. Чиновники и экологи ранее уже предлагали отменить весеннюю охоту, но эту инициативу не поддержали. Однако в этом сезоне отстрел обещают контролировать жестко. Только за зимние месяцы браконьеров оштрафовали на 16,5 миллионов рублей.